А вот как будут дальше развиваться отношения между Германией и Соединенными Штатами, об этом можно будет судить по итогам встречи Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Планируется, что канцлер Германии и президент США встретятся 14 марта. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт. О чем будут говорить лидеры, пока не разглашают. Будет это их первая личная встреча, ранее общались только по телефону.